Сандра, а какой сегодня праздник у нас? У кого? А у кого день рождения? У Саши. А сколько Саше лет исполнилось? 5. Молодец. Еще не исполнилось. А что тебе подарили сегодня, Саша? Мы подарили Барби, свой пони и еще подарили свой там пони. Я подарила. А кто к тебе в гости пришел сегодня, расскажи. Не знаю, бабушка, дедушка, еще дядя Олег, еще там мама учится, там человек идет, еще там идет, Здравствуйте, взрослые. Здравствуйте, ребята. Приятного аппетита. Ну что, давай рассказывай, ты сегодня принцесса и зовут тебя? Нет, Саша, мы с тобой будем выплановать день рождения. Мой день рождения! Здорово! А зовут Саша, правильно? Александра, ты очень красивая. Давай всем покажем
твое платьишко. Будешь кружиться? Да. Давай, покружись, а мы тебе все похлопаем! Скажи, пожалуйста, Саша, а ты меня узнала? Да. Как меня зовут? Мне всего лет 5 лет. Саша рассказывает, все хочет рассказать, что сегодня ей 5 лет, но меня, наверное, ты узнала, потому что меня зовут Пони Радуга. А то, что тебе 5 лет, и так видно, потому что у тебя тут даже на животике написана цифра 5, да? Ну что, а кто же пришел на твой день рождения? Вот никого не видать совсем. Где же все ребята? Куда они все подевались? Неужели проголодались? А ты покушала? Ну, молодец. Ребята, ну как только все покушают, скорее подходите к нам. Потому что мы сегодня устроим настоящий праздник. Будем поздравлять нашу Сашу. И, конечно же, будем играть и веселиться. Кто любит играть и веселиться, поднимите ручки. Наверное, родители, да? A smile from these happy friends of mine. Come on, everybody.